Всем привет, вы на канале The Friends Channel, и сегодня у нас очень крутая игрушка, симулятор ютубера, симулятор того, как делать ролики, ну и потом их выкладывать, конечно, в Тайкон. Игрушка, конечно, еще очень сырая, честно говоря, но всего лишь бета, это понятно, в принципе, и это совсем неплохо. Я лично вчера написал несколько писем разработчикам, как улучшить игру. Они вот мне сегодня ответили, и я еще им написал то, что, возможно, я могу им перевести эту замечательную игрушку на русский язык. Они были очень рады. Ну что ж, давайте зарегистрируем канал. Да, небольшая проблемка. Игрушка оконная еще. И это не очень круто. Но они написали, что все исправят совсем скоро. Так что простите, если тут чуть-чуть сейчас было не очень. Так вот, в чем заключается эта игрушка? Тут есть дерево навыков, и можно пойти по блогерскому дереву, и можно стать летсплеером. Ну, как по мне, лучше стать летсплеером, потому что блоги можно всегда снимать, а вот если ты блогер, и ты потом освоишь с ним, что, ну, не понравится аудитория. Ну, тут есть всякие еще штуки, но о них поговорим попозже. Итак, давайте купим первый навык, Busy Games, то есть мы сейчас сможем снимать только самые, знаете, такие обычные игры, вот Сапер, например, Марио и старые 2D-шные игры. Папи Бёрд там даже было. Потом можем купить синглплееровые игры, там GTA 5 даже есть, ну и так далее. Это вот слоты дополнительные, но я попозже объясню, зачем они нужны. Также тут есть ветка Майнкрафта, но она недоступна. Наверное, потом ее все-таки добавят. Давайте поиграем в сапера. Игрушка бесплатная? А, совсем не сказал. Всего нам дается сначала $100. То есть это покупать игры и так далее. Можно вот, когда ты завершаешь день, получается, тебя списывают деньги за аренду. Честно говоря, не понимаю, что это такое. Или что, еще я арендую. Непонятно, что я арендую. Программу, может, я арендую. Наверное, за программу берут деньги. Да, наверное. Ну да ладно. Поэтому на первых порах лучше не покупать игры. Там максимум Марио можно купить, которая $10 стоит. Ну что ж, наше первое видео собрало 33 просмотра. Для первого видео это действительно очень хорошо. И подписалось 8 человек на наш канал. Ну, у меня были и лучше, конечно. Так что, хотя, не знаю. Но это круто. И вот, как видите, тут интерес к игре еще, если мы запишем сейчас 10 видео по одной игре, то она надоест людям, но это понятно. Чтобы такого не было, тут есть вот слоты, и ты можешь снимать, например, Сапёра Марио и так далее. Но это надо вот покупать вот деревом навыков. Это у нас сначала сингловые игры, и потом еще вот дополнительные слоты, то есть всего 6 очков надо. Проблема самая большая по мне в этой игре, то что это, ну, очень трудно вот прокачиваться, очень трудно очки зарабатывать. Или я чего-то просто не понимаю. Скорее всего так. Мы одновременно можем 3 летсплея снимать. Не знаю, наверное, это просто как бы одно видео снимается, а потом я его режу в редакторе. Наверное, так и есть. Пока у нас видео не комментируется. Комментарии на английском языке, но они реально прикольные. Действительно прикольно. Но они однообразные. Я говорю, после 30 минут игры становится все очень однообразно. Почему-то это видео быстрее загрузилось, чем это. Да, непонятно. First. Да, first. Первый. Как вы видите, это очень современный комментарий, поэтому я, честно говоря, не понимаю, как кто-то может в наше время смотреть сапёра, например. Вот, и лайк, если ты смотришь это в 2015 году. То есть, ну это 2015 год, типа, и, ну не знаю, сапёр, мне кажется, никто не смотрит сапёра. Ну что, все, я больше не могу снимать сегодня. И вот сейчас 42 подписчика у нас на сегодня. И давайте спать. И вот, как вы видите, с нас списывают $5 за аренду. Не понимаю, что за аренда. Ну ладно, $5. Угу, и сегодня все.
что у нас восстановились и силы, и мы можем дальше продолжать снимать. Давайте продолжим. Пока можем снимать только сапера. Со 100 подписчиков у нас откроется партнерская программа, и тогда мы сможем зарабатывать за каждые 100 просмотров по $1. Ну это вообще, это... Если бы так было... Так, наверное, когда-то, может, и было, но сейчас создается все больше и больше каналов, поэтому... А рекламодателей все меньше и меньше, и YouTube вынужден уменьшать оплату все больше и больше. Ну что ж, у нас 3 видео загрузилось, и вот видите, до сих пор ни одного очка навыка. Я вообще не знаю, не понимаю просто, за что он удается. И иногда, кстати, когда даже у вас одна игрушка, стоит ее просто завершать и потом заново проходить. Ну, это помогает действительно. Не знаю, помогло бы сейчас. Вот видите, интерес сейчас к этой игре вообще спал. Да. Интерес к этой игре спал, и мы можем ее завершить вот так вот. Не проходя ее до конца, кстати. Это действительно полезно. Теперь $6, и так каждый раз все больше и больше, и мы идем в минус, скорее всего, 5. Но потом, когда ты из минуса вырываешься, то там вообще, ну, очень легко дальше зарабатывать деньги. Очень легко. Однообразно и легко. Поэтому, ну, на первые полчаса давайте поиграем. Довольно интересно. Сегодня у нас вообще никто нас не комментировал. Интерес к игрушке чуть вырос, поэтому давайте ее завершим. И купим Марио. У него 50 серий вышел. Хотя, 50 серий новый сезон. Ну да, неплохо. Да, все. Ее снимать вообще бессмысленно. Подписчики будут уходить. Если плохая игра. А нам это не надо. У нас и так их еще очень мало. Ну что ж, давайте купим Марио. Или что? Все дорогое. Давайте купим Марио, да. Купаем Марио. И записываем первую серию. Так, одно очко навыка у нас открылось. Я, наверное, куплю, знаете, Basic Vlog. Потому что эта тема действительно неплохая. И... Она может пригодиться. Там темы иногда бывают очень крутые. Сейчас я вам покажу. Популярность зависит от темы, как я понял. То есть, например, тут есть темы такие, как, например, новый дизайн Facebook или как подняться на YouTube. И я заметил, что они больше забирают просмотров. Возможно, это просто совпадение. Возможно, нет. Во, смотрите, как Марио прилетело, да? Да, круто. Кажется, сегодня у нас будет партнерская программа уже. Нет. Хотя возможно, давайте дальше играть. Давайте я сразу поставлю три ролика. И... А, все, да. Ладно, и я думаю, завтра запишем вечерком влог какой-нибудь. Вы просто увидите, как там мало он просмотров соберет. А когда вот у меня уже будет подписчиков 70 000, 7 000, то тогда влог также будет собирать, это действительно не очень понятно. Ну да, все. Уже интерес к игре опять пропадает. Еще минус такой игры я бы сделал, чтобы, ну, дальше просмотры шли. Ну, то есть, ну, вы понимаете, да? Ролик смотрят не только в день, когда он вышел, а ролик смотрят через год, могут посмотреть 100 человек, например. И это действительно помогло бы. Но это надо слишком... Хотя, я не знаю. Вроде одну команду только написать рандомно, все. Так, давайте посчитаем комментарии. Угу. 0 лайков. Да. У игры еще много недочетов. Вот. Хорошо, хорошо, но 2 из 10. 5 лайков. Ну, хорошо, это как минимум 6 из 10. Ну, странно немного. Давайте с утра запишем влог. Вот. На YouTube. Про YouTube запишем влог. И сейчас вы увидите, как мало он соберет просмотров. Ну, должен. В моем предыдущем опыте. Да. Да. И сейчас запишем Марио. Интересно, сейчас в игре вы видели большой очень был.
Ну, 20 просмотров, скорее всего. О, все. Сейчас нам придет сообщение о партнерской программе. Да, и это круто. Реально круто. Вы пересекли магическое число 100 подписчиков. Это действительно круто. И мы принимаем вас, ваш канал, к нашей партнерской программе. Ну и так далее. Ага. Но тут не написано на самом деле про то, что, например, не написано про 100 просмотров. Это чуть-чуть глупо на самом деле. Но это слишком много за 100 просмотров поделило. Слишком много. Ну да ладно. О, вот, кстати. Ну да. Это со следующего ролика. Или даже завтра. Crazy YouTube. Давайте напишем ролик. Crazy YouTube. И я не знаю, что еще будет. Есть какие-то числа. Сейчас завтра вам покажу. Ну, то есть. В игровом завтра. 5-й серии Марио. О! Нифига себе, круто, круто. Давай, соточку. Соточку. Ну да, вот. А, нет, видимо, только завтра начнем партнерка действовать. Ладно. Так у нас остался всего лишь $61. Это мало. Ага. Чё мой комментарий популярный? Это очень мало, и давайте. Надеюсь, сейчас влоги лучше записывать. Сейчас нам дадут $1. Но это действительно вообще очень мало пока что. То есть это и много, и мало $1. На самом деле это много, и у нас еще больше забирают каждую ночь. То есть за аренду там по $15. А за день я могу заработать сейчас пока $2, наверное, видите. $4 максимум. Это если каждое видео по 100 просмотров будет собирать. Но видите, вон, 48 просмотров. За это нам не дают ничего. Давайте запишем влог. У меня про Facebook обычно хорошо влоги заходили. Я думаю, когда мы уже преодолеем минус, но это потом уже будет. Чуть позже. Я, наверное, перейду на второй аккаунт, потому что там дальше все однотипное. Вот уже с 1000 подписчиков начинается интересно. Хотя у меня там уже 8000, по-моему. 13 просмотров. Я думаю, вообще в минус быстро иду в этот раз. Все очень плохо. Мой канал никто не рекомендует. А, да, еще тут есть такие крутые пацаны, которые лайкают твои видосы, и там к тебе приходит по 100 подписчиков, по 200, там максимум 300 у меня приходило. Ну и также есть пацаны, которые наоборот дизлайкают видосы, почему-то подписчики уходят. Это очень глупо, и, ну, в реальности такого не происходит. В реальности только лайк можно поставить, и он будет отображаться. Ну как бы... Не перейдут люди, а если что-то не знаю, ставишь, люди не уйдут. Ну, это глупо. Давайте запишем еще один ролик. Последний сегодня. Да, сегодня ни одного доллара не заработал. Круто. Очень круто. Зря я Марио купил, надо было в сапер дальше играть. В прошлый раз я не попал Марио. Да. Все-таки $10 это почти один день, я бы еще на один день больше прожил, представим. Эх, надеюсь, завтра Марио будет интересен. Нет, все, Марио не интересен. Давайте заканчивать с Марио и записывать сапера. Мне действительно сапер это топ номер один до того, как я не открыл онлайн игру был. Ну вот, кстати, вот сейчас 100 просмотров наберем. У меня будет $60. Да. Круто. Вы видели, да? Вот один кусочек с деньгами. $1. И по 0 комментариев никто не комментирует. Вот это я не понимаю сейчас вообще. Что за цифра? Какого чего она? Ну что же, давайте сапёра. Не снимем. И влог еще один.
про Facebook. И еще сапер. Сапер интересный. А, да. Три видео могу одновременно только называть. Ну, снимать. Ой. О, да. Да-да-да, в этот раз даже два, думаю, сапер получим. Даже три. Нет, все-таки три. Да, $3. Круто. Круто. Звук ужасен. Плохо. Ага. Хан Сол умрет в конце. Да. Вот это спойлер. Все. Ну, это уже что-то. Хотя бы $4 мы заработали. Что-то. Правый для нас. Минус $9. Пять. Остается $55, это очень мало. Давайте напишем 3 ролика. Нет, напишем волк. Про вкусного Джека. Джек вкусный. Я даже не представляю, как можно назвать видео вкусный Джек. Да, и кстати, почему я не могу называть свои летсплеи? Наверное, потом они тоже ревают какой. Так, еще $2 у нас сапера будет. И нисколько с влога. Да, влоги пора заканчивать записывать. Будем записывать только сапера. До того момента, как мы не откроем. Так, мы не откроем. Синглплеер. Взрывы фильмов. То есть типа монтаж. Прикольно. Да. Я еще не открывал вот эти вот в своей прошлой игре. Я только в комплекс шел. Я думаю, в этот раз тоже не буду это делать. Как бы это глупо. Единственное, что здесь прикольно, фан. Ну не знаю. Не знаю. Я думаю, мы все равно прокачаемся сначала полностью. Прокачаем дерево своим. Да, сапер неплохо идет. Он 14 серия вообще неплохо идет. Вот. О чем я и говорил. 10 подписчиков, 5 подписчиков, 600 людей. Ну это. Да, где-то так и есть вот в начале. Это действительно неплохо. И почему я не могу покупать, например, рекламу за эти деньги? Ну, да. Играющий сырая бета. Я все это напишу попозже. Опять свежий фокус. О, давайте посчитаем. Опять плохо, видео ужасно. Да, видео. Да. Пока плохие были комментарии, почему-то на ютубе. И сколько так. Да, плохие комментарии по каналу. Надеюсь, потом все изменится. Когда-нибудь. Сколько мы вчера заработали? $4 опять. Ну, так. Так. И минус пока идем. В большой минус. Да. Не знаю. Не знаю сейчас. Вот завтра сапер специально запишу и посмотрю, сколько просмотров соберет. Думаю, нисколько. И я отправлю это вот видео разработчикам и скажу, что вы делаете. Сапер столько не собирает. Давайте теперь делайте. Кстати, 2, 1. Пока у нас $4. Рекордный день сегодня. Вообще не интересно. Давайте его услышим. Вот тоже не интересно. Не очень хочется вот просто так 4 одинаковых видео заливать. Это вообще ни на что не влияет, только по интересу. Но подписчики все равно будут ходить. Но у меня из-за влога так ходили. Почему-то сейчас не ходят. Ну это хорошо. Я рад, что не уходит. Кстати, для влога сейчас неплохо. Да, не очень плохо. Вот. Плохая репутация, плохая удача. Пользователь Иврес, ТП. В общем,
не любит твое видео, и поэтому у меня стоит 6 подписчиков. Ну, это глупо, реально глупо. Все, сегодняшний день закончен, 46 долларов у нас остается. 5 сверху летелись, давайте заканчивать с сапером. И опять снимать Марио. Не, подождите. Да. Давайте купим сингловые игры. Находимся в игре. Давайте посмотрим, там бесплатно есть, по-моему. Да. Тайком есть бесплатно. Ладно, отлично. Давайте запишем его. Тут тайком. Сейчас посмотрим, как он зайдет. Да, заходит он прилично. Где-то на 2 доллара, наверное, зайдет. Да. Позже, я уже все для вас видел. Вот, 5+36. Спасибо, чувак. Спасибо. Нет, все-таки по 1 доллару. Хорошо. Давайте написать. Да, все. 4 видео сзади. И главное это не изменить. И как, какой навык позволяет изменить 4 видео максимум. Ну, тюбтайком заходит лучше, чем сапер. Если зарабатывать хотя бы по 4 доллара в день, то это где-то 3 дня это один день. То есть 3 дня это один день. Ну, вы поняли, наверное. Потому что... Ну, да ладно. О, вообще отлично. На сегодня 5 долларов. 4 комментария, давайте почитаем комментарии. Аудио им это не нравится. Что мне такое со звуком, там интересно. Это было скучно. Вот, ну хотя бы такой небольшой комментарий, типа попробуй делать лучше. Что у нас тут? О, ты поднялся на левел. Ага. Ага. Понятно, да. Я думал, это другое. Ну хорошо. Скоро у нас будут хорошие комментарии. Скоро. Через дней так. 30. Через месяц. Я уже не знаю, что делать. Слоток какая-то. Да. Давайте посмотрим. Что это быстро пошло. Ну ладно, отлично. Так, нам еще 2 надо. Хорошо, отлично. Давайте записываем дальше игру. Игру. К сожалению, только игру. И вот. Лок игру. Смысла нет прокачивать вообще логи. Когда у тебя будет 70 подписчиков, то тогда можно прокачивать. А сейчас вообще не надо. Глупости. Отлично, по 2 доллара, да? Отлично, у нас новый рекорд. 269 просмотров. Новый рекорд, отлично. Давайте почитаем комментарии. Ага. Кто смотрит это в 2037 году? 4 лайка. Лайк, если смотришь в 2015, 10 лайков, отлично. Ну, я надеюсь, вы понимаете, да, что это не настоящий лайк. И иногда бывает такое, типа, пишут, например, что это очень, типа, это очень однообразно, когда я, например, первый раз только записываю видео, то есть такое тоже бывает. Ну, или второй раз, это не очень круто, так скажем. Давайте попробуем влог записать. Не знаю, это на самом деле губы просто это делают. Если людям не нравится, значит, это делать, не знаю. Ну, я пробую. Да. Ну, кстати, это влог. Для влога это рекорд, по-моему. Да. Нам даже дадут доллар. Да. Давайте попробуй использовать лучшую камеру. Кстати, и летсплей тоже иногда пишут, тоже это не очень круто. Смотрите, летсплей это на камеру снимаю, а через программу. Ну да ладно. Игрушка все равно крутая. Тип-тайпинг заканчиваем, и я думаю, дальше саперов играем. Но это была все-таки хорошая игра. Мне понравилось.
Вот, пишут, типа, это шутка, это обычно так пишут, когда, ну, 20 серий подряд, например. А у меня это вообще первая серия сегодня. Ну да ладно, давайте в саперчик поиграем. Больше же будет бесплатных осталось. Нет, вот тут есть еще мультиплеерная игрушка. У меня лучше всего зашла КС-очка в прошлый раз. Left 4 Dead. Появляет уже. А, и где это? Диабло, Диабло 3 вообще хорошо зашло. Ну ладно, давайте играть в сапёра. Зачем нам Диабло? Да, никуда я сапёр. Блин, до сих пор один. Блин, до сих пор тут один. Надо три. Я, кстати, вообще не знал сначала, что три видео можно записывать. Я где-то это узнал, но 10 тысяч подписчиков, когда нечаянно просто нажал. Ну, это ускоряет процесс, конечно. Два комментария, мы можем читать комментарии. Вот. 342. По-моему, это буквально. Во, наконец-то. Наконец-то. Один хороший комментарий, он в топе. А, хорошая работа. Это было круто. Я люблю Minecraft. Отлично. И Minecraft он закрыт. Собственно, я тоже не люблю. Он закрыт. Давайте почитаем еще комментарий. Кто смотрит это в 2037 и Mac или ПК? Конечно же, ПК. На Mac игрушки нет. Все. Скоро мы начнем ходить в плюс. Я поздравляю себя. Запись. И добавление. То есть одновременно я записываю два видео. Ну ладно, круто. А сапер заходит, ну, хорошо. По 3 доллара. По 2, по 3 доллара это. Надежда не потеряна. Меня еще один какой-то чувак рекомендовал. Круто. Один тот же чувак сначала мне лайкнул, а потом наоборот. То есть, ну, круто. Видимо, они не могли создать больше турниров. Это лучше, чем Джастин, чем видео Джастина Бибера. Наверное, спасибо. Это было скучно. Да, я вас понимаю, это было скучно. Давайте запишем влог. Если вам не нравится сапер, то вам и не понравится влог. Любое мое видео. А, тем временем уже 400 подписчиков. Я вообще молчу. Наконец-то влоги начали заходить. То есть надо сначала аудиторию дорастить, а потом уже влоги снимать. То есть влог начинает делать очень быстро. Так, это все. Да, это все. 30 долларов остается. Давайте запишем сапёра. Влог Таджека и сапёра. Сейчас посмотрим, как влог зайдет. Влог заходит лучше, чем летсплей. Это круто на самом деле. И не очень. И круто, и не очень. Не знаю. Но среди влога это... Это... Рекорд. Уже такой раз в комментариях. Я больше их не буду читать, не расстраиваю. Но хорошо, хоть нету комментариев просто. Спасибо. Спасибо за рекомендацию. Давайте заснимем еще один влог, совсем так еще один. Давайте про электрический мотор запишем. Тут хотя бы есть название. А тут просто давайте поиграем в сапёра. Я тоже назову это видео. Давайте поиграем с лайком. Прошли. Офигеть. Офигеть. Круто. 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 Нику.
Двухязычный комментарий, кстати, только пока что. Надеюсь, дальше добавить еще. Так, это все, да? Это все. Давайте я включусь, наверное, тогда, когда мы начнем уходить в минус. Это очень печально. На самом деле прошло несколько дней, и у меня было 25, по-моему, долларов, а сейчас 24. И я думал, что все плохо, а на самом деле не очень-то и плохо. И пока у нас минус небольшой, я думаю, можно выжить. Я закончил сапера, и давайте поиграем. Не знаю, что. Давайте поиграем в Марио, конечно. Конечно, в Марио, которая платная игра. Давайте смотрим, как она зайдет. Сейчас она должна вообще зайти. Хорошо, поставить рекорды все вообще. $5, я думаю, она будет. Да, идет рекорд. Ага. Да, как я и предполагал. Даже $6. 8 комментариев, давайте. Я люблю твое видео. А, нет, я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Лучше, чем Джарджа Бинкс. Я не могу поверить, как тупо это. Как тупо, как ты тупо. Ну ладно. Первый. Ну ладно, самое главное, что в топе висит комментарий, который хороший. Это действительно приятно. И давайте запишем бок. Опять от Джеки. Кто такой Джек, интересно? Наверное, человек. Надеюсь. Надеюсь, ты не тот Джек, который Джек. Дэнис. Воу. Тут $3, наверное. Да, $3. Отлично. Отлично, я думаю. Такими темпами мы даже не пойдем в минус. Это действительно круто. А, все. Энергия кончилась. За сегодня я закончил, получается, третий сезон по саперу. И начал второй сезон по Марио. И да, Марио крутой. Как игра. Круто. 7 комментариев, давайте почитаем. Эпично. Ну да. Эпично. Ладно, эпично. Эпично так эпично. Как вы видите, было $25, потом 24, теперь 23, то есть в минус мы уходим по $1 за день. Это очень круто. Я раньше уходил в минус по $20. То есть я по 4, по $5 только за день получал. И минус $15 было. То есть минус 10, наверное, каждый день было. Да, не 20, а 10. Но все равно я быстро ушел в минус. А сейчас вроде нет, нормально. И вон Марио. Какая приятная игра, оказывается. 5. Нет. Да, все в логе, это не интересно. Нет. И до сих пор я не могу много слотов сделать. Жалко, я бы снимал Марио, Чип Тайкон и Сапера одновременно. В день бы снимал по 3 видео. И по 3 игры, то есть. Глубочек. Да, потому что Марио уже тоже чуть-чуть заедает, как я вижу. Ну, по $3 он берет. Отлично. Ух ты. 150 человек пришло. Скоро 1000 подписчиков будут праздновать. И жалко, но нельзя сделать игру с подписчиками какую-нибудь. Или хотя бы поздравительное видео поставить 1000 подписчиками. Как прозвучало. Давайте запишем влог. Хотя он интересен. Ну, давайте я пиццу запишу на пиццу. Логи, кстати, снимаются дольше, по-моему. Хотя это неправда. Хотя это правда, да, по логи, наверное, дольше снимаются. Нифига себе. Интересно, кто маленький был. А, он больше собирал, чем все летсплеи сегодня. Не, ну не больше, но все равно. Да, и сразу у меня это маленький. Отлично. А нет, да. Кого собрал больше всего. Кто просмотрел сегодня. Я вот эту играю с королевой. Да.
Это мешает очень. Отлично. Я думал, что Марио уже надоедает людям, а оказывается нет. Он ставит все новые и новые рекорды. Круто, круто. Прям. Вот, минус 2 дыба. Ладно, все равно это хорошо. Да, как только мне откроется способность. Все. Все. Так, давайте. Закончим Марио. Закончим Марио. Начнем сапера опять. Потом начнем. Тайка. А, да. Сингловые игры же это. Нельзя переходить с тобой. Да. Вот я сейчас это. А, нет, я же тайка давно уже закончил. Ну все, значит, я давно уже. Ну ладно, и давайте лопнуть пишем. Хорошо, скажи. Так Майдо справа. Соберет. Сейчас. Да, Марио все надоел. Ну и сапер. Я Марио закончил, Марио так и начал. Давайте купим новую игру. Так и быть. Купим. И комоды. Нет, я думаю, давайте мультиплеер сначала, потому он там недорогой вроде бы. Да, бывает, а нет. Да, мультиплеер. 2 очка, я думаю, не быстро накопим. Такими темпами. Напишем еще по одному видео. Еще одно видео пишем, запишем. Сапер, сапер, сапер. И завтра влог с утра запишу. Думаю, зайдет в блог. Но если блог, то ну ладно. Как зайдет, как зайдет. Я, в принципе, на утренний блог много не рассчитываю. Так, отлично, все. Идем спать, подтвердим 19 долларов. Да, это опять 19 долларов. Ну ладно, неплохо. Про картошку запишем потом. Видите, у них интересно все обоих, и они оба соберут сейчас по 5, по 4 доллара. Это круто. Многослотность. Так, третья игра, не знаю. Покупай, жалко, сейчас я себе куплю, я точно минус уйду. А так есть шанс еще в минус не уходить. Из минуса потом также вырываться придется, то есть плюс 1 доллар будет. То есть было минус 4, потом минус 13 и так далее. И опять доллар уходить. 31 доллар. Да, круто. Так, и все, да? Да. Сапер, как видите, все-таки. Даже Марио интересный, то есть Марио это все-таки. Ну, понимаете меня. Сапфира Марио. По геймплею не вспомнить. Хотя сапфир, ну, тоже интересная игра. Сначала я немного играл. Воу, хороший канал. Спасибо. Все, пошли кто-то хороший комментарий, это круто. 135 тысяч. Вроде больше, да, было? Да, вот минус 174 и минус 85, скажем так. Да, плохо. Так, запишем еще раз. Два видео, и одно видео такое. Давайте я вернусь сюда, когда будет что-нибудь, когда что-нибудь будет. Да, что-нибудь случилось. Минус 130 подписчиков, еще минус 21. Как плохо все. И одновременно хорошо. Я ушел в плюс огромный. Просто огромный плюс. Ну подписчики ушли. Что же делать? Не знаю. Я думаю, на этом я закончу свою первую серию. Игрушка интересная на самом деле. Действительно интересная. Особенно поначалу. И особенно я вот сейчас вообще в минус не ушел. То есть по-разному можно сыграть. И там от рандома много зависит.
У меня первое видео один раз собрало 10 просмотров, сейчас 33 сразу. То есть вот так вот. Вот так вот. Поэтому всем пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И давайте наберем 100 просмотров, чтобы я понял, что это было. Ну, шучу, конечно. YouTube так не платит. Всем пока!